клиенте, а не заработать вот здесь и сейчас. Сергей Стоянов, в этом году, по словам главы Росстандарта, были зафиксированы 39 случаев недолива на АЗС. Нарушения выявили практически на каждой пятой проверенной станции. Проверки там по основном плановые, то есть владелец заправки мог подготовиться заранее. Существуют и внеплановые проверки, но они проводятся в случае обращения гражданина с жалобой на конкретную АЗС и только согласие прокуратуры. В октябре российские застройщики вновь повысили цены на квартиры. Стоимость новостроек в 15 крупнейших городах по данным ЦИАН по сравнению с сентябрем выросла в среднем на 20%.